Друзья, всем привет! Что же делать, когда у нас сломалась кнопка, точнее она на болгарке, точнее она не фиксируется. Раскручиваем. Здесь у нас сзади один болт, который держит саму кнопку. И снимаем. Здесь вот фиксаторы. Вот так это все дело слезло. Смотрим, что у нас тут сломалось. Болгарка уже ремонтировалась, это видно. Я ее сам перематывал. Кстати, ролик на перемотку можете посмотреть. Он есть на канале. Так, ну с этой кнопкой уже ничего не поделаешь, потому что вот здесь вот, под самой кнопкой, вот здесь вот, должен быть такой язычок, которым она цепляется за отверстие. Язычка этого нет. Она цепляться должна вот за это отверстие. Она цепляется, задерживается, соответственно. И как-то так это все работает. Вот я нашел такую старую лампу, друзья, здесь вот есть такая кнопка. Сейчас посмотрим, что там с ней внутри. Так, ну в общем-то она, эта кнопочка такая, не маленькая получается, вот она аж вот такая. Ну довольно крепкая. Есть у меня еще вот такой вот вариант, вот такая кнопка от каких-то там компьютерных, наверное, вариантов. Сейчас попробуем и то, посмотрим, как это будет работать. Вот я ее прикрутил. Так, все включаем, приподнимаем немного ее, саму болгарку. Ох ты же, ёб твою! Так, друзья, все нормально, это где-то этот самый провод, потому что я вот другой провод подключаю и ну и ничего нет. Вот я его подключил, ну его родной подключаю и борода. Подключаю, вот подсоединил другой и все хорошо. Но провод тоже как бы старый, это все имеет место быть. Так, что теперь? Значит, тогда раз уж у нас провод, ну это вообще случайно, я тут ничего, никакие минусы не поперепутывал. Раз уж дело в проводе, тогда снимаем сам провод. Будем менять провод. Я вот вообще думаю сделать прямо на проводе такую выключашку. Пойти сейчас купить ее в строительном магазине, да и все. Я вилку обрезал, и вот видно, вот в этом месте, вот в этом месте, вот она черная, вот вторая половина провода, то же самое. Провод заменил, значит, здесь сделал вот такую вот историю, вот такая кнопочка, сейчас будем пробовать. Значит, саму кнопку зафиксировал, я подложил вот сюда кусочек провода. Все зафиксировано. Итак, включаем. Сейчас здесь у нас, ну, в общем, провод. Так, включаю, держи. Все работает. Так, включаем на кнопку. Она выключается, только если ее зажимаешь. Кнопка работает не совсем правильно. Будем искать другой вариант. Итак, друзья, вот что получилось. Кнопку я эту засунул с помощью, вернее, просверлил здесь. Ну и засунул сюда. Дальше сейчас припаиваем. И эта кнопка от лампочки, от вот этой. Вот она лежит. Уже без кнопки я ее отсюда вытащил. Паяем и проверяем. Итак, собираем все наваянное. Одеваем ее вот таким вот образом.
О, есть. Ну и засовываем кнопку. Аккуратненько вот эти проводки туда прописываем. Давайте же проверим, что получилось. Так, вот я включил ее. Все работает. Так, ну что ж, друзья, а теперь ставим диск и пробуем. Кнопки. Кому понравилось, интересно, занимайтесь. Кнопку можно купить по уже, и она тогда войдет за под лицо. Все, всем пока.